Рисунки и поделки с оттенками семейного уюта. 13 января, в канун Старого Нового года, прошло награждение победителей конкурса «Моя семья» для категории «Дети-сироты» и «Дети, оставшиеся без попечения родителей». С ноября прошлого года организаторы в лице общественного объединения Ямальского района «Небяти Табеку», отдела опеки и попечительства, а также клуба приемных родителей «Теплый дом» приняли к участию в конкурсе около 40 творческих работ. Особую поддержку в организации мероприятия оказали спонсоры. Главный приз «Гироскутер» представил глава муниципального образования «Иерусалимское» Александр Дичков. Подарочные сертификаты для призеров – директор аптечной сети «Градусник» Евгения Шалопутина. И памятные подарки для всех участников – предприниматель Денис Аксенов, магазин «Снежинка». Без наших спонсоров, в принципе, мероприятия бы и не было. У нас очень талантливые дети из приемных семей. Хочется показать, что эти дети, несмотря на то, что они прошли такой вот непростой путь зачастую в жизни, они не то что не сломались, они открытые, они чистые, они умеют очень много чего. И хочется показать этим людям, показать людям таланты. Тем более в такие волшебные праздники, как Рождество, Новый год. В конкурсе «Моя семья» приняли участие 15 человек. Семья Пуйко предоставила на конкурс национальную одежду, енецкие украшения из бисера. Все это Диана делала вместе с мамой. Мы во всех конкурсах участвуем, ну, с семьей. На День оленевода, в Надым, на кочевую семью два раза ездили. Для Ягушки бисер сделала, а мама зашила. Еще сделала налобник, ремень. Событие проходило в камерной обстановке, где ребята прочитали стихотворения и спели песни. Организаторы надеются, что конкурс «Моя семья» станет доброй традицией и будет проводиться ежегодно.